Депутаты Белокурихи попросили не увеличивать курортный сбор. К такому решению они пришли на очередной сессии городского совета депутатов. С 2019 года по краевому законодательству размер курортного сбора должен быть увеличен с 30 до 50 рублей. Однако депутаты, проанализировав ход исполнения работ, решили, что увеличение преждевременно. Об этом сообщает сайт Бийский округ. По мнению народных избранников, увеличение курортного сбора еще на 20 рублей не сможет существенно отразиться на финансовой составляющей, но при этом может отпугнуть многих отдыхающих на курорте. Теперь официальное письмо с просьбой отсрочить увеличение суммы сбора депутаты намерены отправить в краевое законодательное собрание. Тем временем часть уже собранных средств, порядка 10 миллионов рублей, направлены на благоустройство набережной реки Белокурихи. Еще 1 миллион будет потрачен на очистку городских лесов и установку там лавочек и урн.